Верите ли вы в то, что ваши приложения защищены от SSL или TLS-атак? Вы можете удивиться, узнав, что ваше решение защищает вас лишь от одного типа шифрованных атак. Защищена ли ваша инфраструктура SSL-TLS? Как насчет атак DDoS внутри зашифрованного трафика? Таким образом, производится каждая четвертая DDoS-атака в сети. Для их отражения необходимо мощное и эффективное решение. До сих пор большинство решений основаны на встроенном дешифраторе. Однако подобные устройства неустойчивы к атакам и не могут справиться с объемными шифрованными DDoS-атаками. Разные типы шифрованных атак, таких как TCP SynFlats, SSL Negation Flats, HTTPS Flats и Encrypted Web Attacks, подвергают опасности вашу инфраструктуру. В качестве части гибридного решения по отражению атак, Radware предлагает уникальное запатентованное решение по отражению атак, которое поддерживает все стандартные версии SSL и TLS и защищает от всех типов шифрованных атак. В случае флут-атаки HTTPS система отражения атак на периметре от Radware на основе поведенческого анализа обнаруживает подозрительный трафик и отсылает его, и только его, в дешифратор, установленный out of path. Далее, при помощи специальных механизмов перезапросов, применяемых только к подозрительному трафику, атака обнаруживается и отражается. Если пользователь проходит все проверки и процесс аутентификации, создается новая SSL или TLS-сессия, что обеспечивает прямой доступ к исходному серверу. Эта уникальная модель развертывания обеспечивает нулевую задержку в отсутствие атаки и минимальную во время атаки. Задержка относится только к подозрительному трафику и лимитируется первой сессией каждого клиента. Radware предлагает единственное решение, поддерживающее несимметричную среду развертывания, при котором проверяется только входящий трафик. Эта способность является ключевой в облачных сервисах, центрах очистки и при сложных корпоративных внедрениях. В случае зашифрованной веб-атаки, медленной, отвлекающей или кодированной атаки через HTTPS, WAF от Radware проводит анализ и использует уникальную систему уведомлений для отсылки сообщений с признаками атаки и ее быстрого отражения на периметре. При этом задействуется защита HTTPS на уровне WAF, без задержек и риска для легитимных пользователей. Так как оба устройства, дешифратор SSL, TLS и WAF, развертываются out of path, вне пути прохождения трафика, они не могут стать мишенью DDoS-атак и обеспечивают бесперебойную работу защищаемых сервисов. Уникальная патентованная технология Radware предлагает единственное в отрасли решение, обеспечивающее полную и масштабированную защиту от атак внутри зашифрованного трафика с минимальной временной задержкой.